бумаги подпиши. Какие бумаги? Что мы с тобой разводимся? Ты меня любишь? Больно мне от этой любви, Сережа. С понедельника. Бежать надо. Куда бежать-то? Посмотри, как полыхает. Все началось, когда бои еще гремели на всех фронтах. Давай в лес, бегом, быстро! Пройдя пекло войны, кажется, что весь ужас давно позади. Тише, все будет хорошо. Ты жив. Спасибо тебе. Знакомьтесь, Петрова Жизель Людвиговна, моя законная супружница. Мечты тают, лишь показавшись на горизонте. Злой ты какой-то, Сашка. Как будто не был у нас ничего. Сережка твой шпион, оказывается. Неправда! Это мне решать. Говорил же, будешь моя. Отныне беда становится злополучным спутником. Буди твоя жизелька! Вы арестованы по подозрению шпионажа. Я мужичка твоего любимого. Луки, я знаю, ясно. Надоел ты, Жизель. Избавиться она от тебя хочет. Сергей! Жизель, спокойнее! Сергей! Джудит Дэвис, Антон Пампушный, Елена Лядова и Иван Кокорин в многосерийном фильме «Я дождусь» с понедельника на ТВ Рус.